Инфекционный госпиталь Нижневартовска подключили к резервному источнику электроснабжения. На территории медучреждения прошла тренировка энергетиков. По легенде, при проведении земляных работ была повреждена кабельная система. Дизель-генератор ОКБ неисправен, нужен дополнительный источник питания. В госпитале проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19. 75 мест из 300 здесь оснащены аппаратами ИВЛ. Работа учреждения полностью зависит от электричества. Если оно отключится, перестанут работать операционные и медицинское оборудование. Палаты останутся без отопления. Нижневартовское ОКБ – новый современный медицинский комплекс. На случай аварии здесь есть собственный дизель-генератор, но и он может выйти из строя. Как быстро аварийная бригада сможет обеспечить врачей и пациентов электроэнергией, если это случится, расскажем в субботу в программе «Больше, чем новости». Данный объект был выбран, потому что электропитание в период пандемии медицинских учреждений, которые осуществляют лечение больных COVID-19 на особом контроле, поэтому мы данные действия отрабатываем в первую очередь на таких объектах.